Аналоговое телевидение отключили на Камчатке. Наш регион перешел на цифру 3 июня в 9 утра. На Камчатке была проделана большая работа для того, чтобы это поручение президента было выполнено. Очень много трудились все, кто был задействован в этом. Большую работу провели волонтеры. Я хочу всем сказать слова благодарности за эту большую, колоссальную проведенную работу, потому что действительно камчатцы получат качественный новый сигнал, качественный сигнал и картинку, и звук. Это то, чего не хватало. Это правда новая эпоха телевидения. И мы действительно уверенно шагнули в 21 век. Как сообщили в краевом правительстве, координационный штаб по подготовке к отключению аналогового вещания будет работать до тех пор, пока не прекратится поток звонков на тематическую региональную горячую линию. Количество операторов на ней увеличили, а их график работы усилили. Теперь звонить по номеру 215-157 с вопросами о переходе на цифровое ТВ можно с 8 утра до 10 вечера. Увеличено и количество волонтеров, которые готовы помочь землякам настроить телевизоры и оборудование. Их теперь почти 150 человек. Работы много. Было и предстоит еще, на самом деле, очень много работы. Мы говорим о том, что с сегодняшнего дня цифровое телевидение запущено, но работу мы не прекращаем, а только сейчас она начинается, самая оживленная. Вот мы думаем, что в ближайшие две недели те люди, которые по тем или иным причинам не знали или не были проинформированы о том, что Россия переходит на новый формат телерадиовещания, и сейчас, так сказать, спохватились, и когда телевизор перестал показывать, именно на них сейчас будет направлена основная наша, в общем-то, работа. И для этого в Камчатском крае в настоящий момент 148 волонтеров обеспечивают эту работу. Около 60 человек в городе Петропавловске-Камчатском, и остальные люди по территории Камчатского края работают. Они все обучены. Напомним, телефон горячей линии Камчатского края 215-157, а телефон всероссийской горячей линии РТРС 8 800 220 20 02.